Так, я все еще в Блэнчер-парке. Вернее, я еще в него только въезжаю. Вот такое большое футбольное поле, или, скорее всего, футбольное поле. Приходи, занимайся, пожалуйста, с детками. Вход в парк бесплатный. Тут есть в Орландо некоторые парки, которые, при входе в которые нужно заплатить, ну, просто чисто символическую сумму. Доллар или там полтора доллара. Этот парк абсолютно бесплатный. Он находится на Colonial Drive. Если кто живет в Орландо и не знает о существовании этого парка. И вот весь парк протянут вдоль вот этой реки и канала Кахачи. Вот она какая красота. Вот она какая чудушка. Травка только-только начинает проклевываться после холодной зимы. Да, во Флориде была очень холодная зима в этом году. Оп, оп. А вот она и я, сама себя снимаю, едущий на велосипеде. Держусь одной рукой, нос бы не расквасить себе. Оп, прошу прощения за маленькие технические неполадки. Все думала, как бы, куда бы присобачить этот фотоаппарат, чтобы он сам снимал без моих рук. Но пока не придумала. Все-таки придется, наверное, что-то на шею повесить и таким образом снимать. Вот какой вид отсюда красивый. Вот этой вот речечки. Птицы всякие разные. Так, что-то я вижу какой-то мостик. Я, честно говоря, я вот в этой части парка я в первый раз. И опять-таки до самого парка ехать достаточно далеко. Но парк, конечно, потрясающий. Я сделаю во второй части сам парк. Потому что вот та сторона сейчас застроена домами. И вон вижу опять какой-то парк, опять какие-то голубые эти... Голубые крыши, я имела в виду. Вот такой красоты дерево. Вот эти вот штучки свисают с дерева. Конечно, хоть они и как бы убивают деревья, но с другой стороны они придают такой колорит, такую красоту. Так, что-то я... Полицейская машина. Что-то я в этом месте первый раз. Ладно, прощаемся. Пока.